йоу, не скучаем, с вами Кубик зажигает. И сегодня по теме голодные игры, копатель теме. Кубик будет тащить смело, все будут стоять на коленях. Вот эта тема. О, здорово, ребятки, сегодня мы проверяем, можно так, голодные игры. И опять мы с вами, так, гоу-гоу-гоу, к сундучкам, тык-тык-тык, меч. Меч, мясо, меч. Меня уже кто-то пытается ударить, но, увы, не удастся. Я сразу драпаю отсюда, чем побыстрее, тем лучше. Так, сундучок, броня, это все нам понадобится. Это все мы одеваем. Так, есть. Есть. Так, я повелитель вот этой долины, так что это все за мной. Тихо, паренек там. Там паренек. Ладно. Паренька мы не трогаем. А, лук. Лук нам тоже понадобится. Так, нажимаем на крестик. Что-то у меня подлагивает жестоко, ребят, конечно же. Но хоть что-то у меня здесь есть. Так, давайте идем вот сюда. Идем сюда, посмотрим, что у нас здесь. Так. Меч, шлем. Тоже понадобится, ребят. У нас сегодня как-то эпическое, потому что мне кажется, что меня сегодня кто-то завалит. Так что я немного осторожнее все делаю. Так, у меня здесь хороший подписчик, Бублик. Спрашиваю, или это я? Да, Бублик, это я. Именно я, и передаю тебе привет из видоса. Ой, этот видос, действительно, я сейчас буду заливать на YouTube сразу же. Ну, я снимаю, значит, буду заливать. Не знаю, кто там под этим ником, как его там, кто он именно. Но это Бублик. Это Бублик. Бублик. Я люблю бублики. Конечно же, очень вкусная, очень хорошая, можно так сказать, фигня. О, там еще один парень спрашивает, какой у меня канал. Ой. Так, что ему сказать? Парниш, мой канал, можно так сказать, называется Юрик Нубик. Нет, Юрик Кубик, можешь найти сообщество ВКонтакте. Ладно, я ему парню сказал, прорекламировал себя, можно так сказать. И это очень хорошо. Да-да-да-да-да, ваши ники все засветились. Отлично. Так, ну парни тут-то хотят на видео попасть. У меня сегодня, можно так сказать, один из подписчиков. Ой, пишет мне, а ты известный? Ну я не знаю, или я для вас известный, или нет. Ребят, я известный? Ответьте в комментарии. Думаю, что еще нет. Еще я не очень таки, можно так сказать, пробитый летсплейщик, чтобы быть известным. Но, увы, хоть что-то. У меня сегодня жуткие лаги, это плоховато. Вот, очень плохо, ребят. Это меня огорчает, конечно же, вот эти лаги. Это я не люблю. Лаги мне не нравятся. Ох ты что. Так, давайте мы сразу вот эти стрелы, вот это заменим на это. Сколько здесь? 2. Ага. Угу. Здесь у нас 5, здесь 8. Так, давайте, где эти ботиночки были? Стоп, я же ботиночки надевал. Ладно. Ох, тихо. Тихо, Бублик. Ты что? Бублик, ты мне все видео испортил, можно так сказать. Ну ладно. Фух, ребята, ну что, давайте еще раз повторим эту серию, можно так сказать. Может что-то получится? А? Вы так думаете? Давайте. До начала битвы. Так, есть. Берем, бегим. Бежи. Покоритель. Я покоритель долины. Так, что у нас здесь? Стрелы, сыр. Это нам ни к чему. Ни к чему нам это, ребят, нам нужно меч, нам нужна броня, нам нужно... Ну, броню я взял, хоть что-то я уже взял, но этого мало. Этого действительно мало. Здесь у нас стрелы. Мне интересно, это мне не весело, ребят. Не люблю такое, не люблю. Конечно же, люблю, когда у меня всего много. Много этого лута, много этого, а мне попадаются только одни стрелы. Зачем мне они, я не понимаю. Но все-таки я их взял. Чтобы они больше никому не достались. А вдруг кого-то там лук такой эпичный. Еще и стрелы. Ой, блин, там уже у парня меч. Смотрите, ребят. Это сегодня день стрел, можно так сказать. Можете меня поздравить с днем стрел. Так, голосует, что парень читер. Мистер Мороз, как... Опять стрелы. Да что ж ты делать-то будешь? Ой, тихо. Парень. Тихо. Ладно, парень. Тихо. Тех, парень, тех. Ты не кипишуй. Ты главное не кипишуй. А то я тебя сейчас завалю с меча. Я тебя завалю. У меня есть деревянный меч. У меня есть деревянный меч. Тихо, что там было-то?
О, тихо, парень, тихо. Оставь меня в покое, Я убегаю от тебя. Я убиваю. Ой. Так неинтересно. Ах, голодные игры, я бросаю вам вызов, и я должен затащить. Так, уже другой спавн, Давай, гоу, броня есть, можно валить. Давай, чем побыстрее, тем лучше. Так, там парень сзади. Парень нам не нужен. Мы быстрее парнем будем. Идти наверх. Парень, не думай даже лезть сюда. Здесь только Юрий Кубик. Ха-ха-ха, то есть я. Так, ну что, с третьего раза попытка не пытка. Бог любит троицу, можно так сказать. И с третьего раза мне Ай, не люблю такую вот деревянную дрянь. Мне попалось, ребят. Кстати, извините, что пауза была, у меня просто зависла игра. Лаганула. Что поделаешь? Ничего здесь поделать нельзя. Блин, деревянный меч. Зачем мне деревянный меч дают? Вот объясните логику. Бонзай. Ой. Так, рыбка. Ля потату какая. Люблю рыбку, ребят. Ну, я уже вам советовал ее есть. Так, забираемся наверх. Тащи свою задницу. Есть. Так, что у нас здесь? Стрелы. Только чтобы опять мне стрелы так много не давали. Это будет плохо, ребят. Плохо? Конечно же. Так, скачем. Давайте вниз. Опускаемся. Нож, давай. Опа. Так, здесь меня убил Бублик. Надеюсь, больше он меня не достанет, потому что его на карте, лол, нету. Так. Вау. Вот это. Слов не хватает, ребят. Просто не хватает слов. Так. Давайте мы меч достанем свой мощный. Так, где у нас здесь сундучок? Все, теперь я не боюсь вас, милые школьники. О, и теперь уже и топорик появился, то, что уже почти никому не нужно. Так, голосуй, что парень читер. Я, как всегда, нажму. Не. Стоп. Кто здесь лутал? Не понял я что-то. Ребятки. Вот это я люблю. Честно, ребят, вот такое я люблю. Такие вот 2 цп. Вот это мне уже намного больше нравится. Так, там кто-то был? Надеюсь, нет. Если да, это плохо. Это будет очень плохо. Так, сзади меня никого. Это уже хорошо. Так, здесь меня тоже убивали. Ладно, давайте возьмем лук. И возьмем вместо сыра стрелы. Да? Вы не против? Никто здесь не против, когда я с луком бегаю. О, тихо, там парень был. А где парень? Ага, вот ты где. А, парень хочет против меня сразиться. Да вы что? На тебе. Так, что у него здесь? Ботиночки, лук. А, этот лук мне понадобится. Остальное забирай себе. Забирайте его все себе. Так, сундучок. Тихо. Меня мышка залагала. А, нифига интересного. Так, там он был, мне кажется. Идем туда. Так, что у меня здесь? Меняем лук на этот. Ботиночки тоже поменяем. Эти больше брони имеют. Лук переставляй. Вот. Вот это да. Вот. То, что мне нужно. А ну-ка. Опа. Не попал. Это плохо. Так. У нас здесь еще никого не было. Дверь закрыта. Это хорошо. Это, ребят, хорошо. О! Так, еще один, и я затащу их. Да как же так? Как же так, ребята? Ай, из-за этих лагов я не могу нормально играть. Ну ладно, ребят, я нубик. Я не кубик, я нубик. Я меняю обратно свое название на кубика. Все, ребят, на нубика. Тогда, ребят, до скорых встреч. Пока-пока.